Ты посмотри, какая красота. Харьков 30, господи, 30, Харьков 20 января 2019 год. 16:24 по Киеву. Луна в перигее. На расстоянии 357 тысяч километров от Земли. Это на 50 тысяч ближе километров, чем она в апогее. Она за счет этого выглядит больше и ярче. На 12%. И кроме того, сегодня ночью затмение Луны. И кроме того, еще и слияние Венеры и Юпитера на 2 градуса, на 2,4 градуса будут они угловых расстояния друг от друга. Они очень близко сейчас. Самые яркие два объекта, Венера и Юпитер, практически в паре вальсируют. С утречка можно посмотреть. И все это чудесное разнообразие обещают нам закрыть снегопадом через несколько часов. Одна надежда на то, что прогноз погоды, как всегда, не оправдается. И затмение, и слияние Луны, Венеры и Юпитера все-таки удастся посмотреть завтра с утречка. Где-то в 4:30 по Киеву уже будет касаться тень Земли, Луны. И до той поры, пока Солнце, Луна за горизонтом не скроется, можно будет наблюдать затмение, хотя бы часть его полная. Мы отсюда не увидим. Ну, может, кому-то с погодой больше повезет, чем в Харькове. Вот она, наша красавица. Да, видно уже, что дымка какая-то есть. Но погода, конечно, вообще классная. Штиль. Снимать бы и снимать. Но синоптик твердо обещает снегопад. Чтоб его. В смысле, и синоптик, и снегопад. Так, сейчас наведусь и убегу с балкона, дабы своим присутствием колебания не создавать. Так, в общем, будем надеяться на лучшее. Что нам еще остается?
и надеяться, что завтра суперлуния увидим. 5.15, по-моему, суперлуния, когда на ближайшем расстоянии Луна от Земли и когда Луна полностью освещена Солнцем. И увидим завтра перед утречком, кому повезет, может мне не повезет. Перед рассветом за часок смотрим на юго-восток, и там будет два огромных фонаря, спутать их не с чем. Это вверху будет Венера, очень яркая, чуть ниже будет Юпитер. Юпитер от нас 600, что ли, миллионов километров. Ну, если оптика есть, даже не такая, как здесь, хотя бы чуть-чуточку, крат 20, то можно рассмотреть и Галилеевый спутник, и Ганимед, Ио, Европу, Каллисто. Да, дымка четкая, даже визуально я вижу, без всякой аппаратуры. Такая аура вокруг Луны. Да, 357 тысяч километров. Ерунда. 8 раз по экватору. Проехаться Земли. Вот тебе ты уже и расстояние преодолел до Луны. Где-то там уже сейчас находится одно погибшее растение земное на обратной стороне Луны. Не пережила. Росли на лунную ночь. И минус 170 градусов по Цельсию. Ну ладно. Это можно до бесконечности снимать. Но не будем. Держим кулаки за ясную погоду завтра ночью.